Здравствуйте. Мы с вами едем улица Мировацкая. Впереди у нас, знаете, какой ориентир? Это как магазин «Жемчуг». О, там вот только верхушка видна. Да, вот здесь мы находимся. У нас в Ташкенте весна. 26 градусов показывает термометр. Погода прекрасная. Можно сказать, уже наступило лето. Сегодня, правда, чуть-чуть какая-то пасмурная погода. Вот, видите, магазин «Жемчуг» виднеется, бывший. Здесь вот есть девятиэтажки, старые дома. За ними вот стоит то ли 12, то ли 16, вот этот бывший магазин «Жемчуг». Ориентир метро «Космонавт». Сейчас мы поворачиваем налево. И слева у нас памятник космонавтам. Да. Отреставрированный. Сейчас много молодежи собираются. В общем, Ташкент весь цветет. Видите, все деревья, это каштановые деревья цветут. Вы знаете, в прошлый раз я сказала, что это акации. Я ошиблась, это деревья каштан. Смотрите, вся улица цветет. Жалко одно, что у нас в Ташкенте каштаны несъедобные. Они у нас дикие. Ну и впереди нас уже виднеется Хуму-арена. Это наш ледовый дворец. И видите, вот с правой стороны высотка. Высотка — это наш самое высокое здание в Ташкенте. Nest One называется, которое еще идет строительство. Оно не закончено. И он находится на территории Ташкент-Сити. Сажают. У нас в этом году столько тюльпанов сажают по всему городу. Везде посажены тюльпаны. Так это красиво. Они разных цветов. Смотрите, вот это Ташкент-Сити. Целый город, городочек, ну как сити, да, который строится днем и ночью. И здесь подряд поднимается одно за другим здание. Также здесь обещают большой, как шоппинг-центр, молл построить. Ну, ждем, когда это все осуществится, строительство идет. Ну и вот Nest One перед нами, видите, даже флаг там повесили. Сейчас идет, как этот, одевают это здание, видите. Обшивают его. С одной стороны уже почти закончили. Там, видимо, с других сторон еще не до конца. В общем, идет строительство. Рядом тоже, видите, сразу поднимаются еще дополнительные здания. Все это на территории Ташкент-Сити. В общем, здесь настолько вот это место застроилось. Знаете, сколько лет оно пустовало. И как стремительно оно обустроилось, это просто вообще удивительно, что за короткий срок такая территория могла быть вся застроена. Конечно, красивый парк здесь.
сейчас уже, видите, деревья все зеленые, и за листвой не очень видно здание. А так было видно отсюда, что строится. Ну, видите, видно, что идет строительство. Повернем, вот здесь тоже, видите, все Ташкент-Сити строится. Вот так выглядит наше строительство со стороны Ташкент-Сити. Уже 25 этажей уже поднялось в этом здании. В общем, во все идет строительство. Как наша гостиница Hilton выглядит. Сколько еще пристроек рядом. Раньше вот это здание правительственное было, да? Сейчас оно... Он так и осталось. А, тоже. Да. Просто ремонт сделали. Реконструкция. Все красиво. С левой стороны вообще у нас... Анкор, да? Анкор, стадион Пахтакор. Стадион Пахтакор. Сейчас нам направо, да, гостиница, да?